День белых воротничков и правоохранительных органов отмечается 23 июня. Со сцены музыкальной школы традиционно звучали поздравления, говорили о профессионализме, высоком уровне нравственности и нелегкой службе народу. На ваших плечах нелегкая ноша ответственности за благосостояние и будущее нашего народа, стабильное развитие, а также безопасность нашего независимого государства. Наша обязанность, уважаемые коллеги, соблюдать конституционные права и свободы граждан, создавать условия для устойчивого экономического и социального развития нашей страны. От эффективности вашей работы, опыта, самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во многом зависит успех реализации государственных проектов и государственных программ. В своей вступительной речи Аким также отметил госслужащих, которые стали обладателями гран-при на областном конкурсе в честь профессионального праздника. И, конечно, экибастузских полицейских, победителей областного турнира по футболу среди команд УВД. Затем Кайрат Тимиршотович перешел к вручению почетной грамоты Акима города. Зейнеп Омабекқызы Нүркенова, Екібастұз қаласы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы. Болпаққызы Тусупова, мемлекеттік қызмет ардагері. Жиптова Александра Николаевича, ветерана органа внутренних дел Департамента внутренних дел Павлодарской области, майора полиции в отставке. Знаки внимания достались не только действующим специалистам, но и ветеранам госслужбы и полиции. Полковники, майоры, следователи и инспекторы. В зале присутствовали погоны всех мастей. Слова благодарности за честный и самоотверженный труд выразил и председатель городского маслихата Булат Куспеков. Он также участвовал в награждении. Завершился праздник традиционным концертом. Однако гвоздем шоу стал флешмоб с участием сотрудников правоохранительных органов.